На Морозлиевской коммунальщики перекрыли отопление. На данном участке сломался один из элементов теплосети. Ремонтные работы ведет коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы. Это тепловые сети, да, по Морозлиевской, которые там пар шел, да? Да. А кто ведет работы? Теплоснабжение города Одессы. ТГО, да? Да. А примерно продолжительность работ не можете сказать сейчас? Сколько это, ну, за времени займет? Люди же без воды будут. Потому что вот там дальше труба плохая. Вот как найдем, как пойдет, до живого, дойдем до живой трубы. Сети очень старые. Можно было... Будем работать. Отмечу, что авария произошла в самом начале улицы Морозлиевской, прямо напротив 94-й школы. Таким образом, во время ремонтных работ учебное заведение будет без тепла.